Если женщина проходит лечение у гинеколога, а мужчину ничего не беспокоит, то ему лечиться не надо? Отсутствие жалоб – это не является, нет воспалительных заболеваний, инфекции мочевого тракта. Для этого, конечно, надо обследовать мужа женщины на наличие инфекции мочевого тракта. Есть свои методы обследования. При наличии воспалительных элементов в анализе, конечно, рекомендуется лечение тоже супруга, полового партнера. Может ли простатит вызывать или поддерживать воспалительные процессы у женщин? Да, может. При половом акте вместе с спермой выходит секрет простаты. При воспалительных заболеваниях предстательной железы секрет меняется болезнетворная флора, которая, попадая во влагалище женщины, могут вызвать, конечно, воспалительные заболевания женской половой сферы. Может ли наличие простатита приводить к срыву наступившей беременности? Ну, в своей практике я не встречал, что простатиты вызывают аборт. Но если теоретически могут. Простатит необходимо лечить антибиотиками? Не всегда простатиты лечатся антибиотиками, так как есть эти патогенезы развития заболевания предстательной железы, это конгустиры, застойный простатит, при котором антибиотики не обязательны. Есть бактериальные простатиты, при котором надо применять соответствующие антибактериальную терапию. Простатит можно вылечить одними таблетками и инъекциями? Раньше можно было, но сейчас нельзя. Невозможно, так как флора, которая вызывает заболевания, воспалительные заболевания предстательной железы, они тоже мутируются, становятся очень устойчивые, поэтому при лечении заболеваний, воспалительных заболеваний предстательной железы надо комбинировать те или иные методы лечения. Вылечить простатит можно при помощи пальцевого массажа? Только одним массажем не вылечивается. При хроническом бактериальном простатите необходима ли госпитализация больного? Нет, не обязательно. Если хронический острый простатит, надо, потому что при остром простатите сопровождается повышением температуры, последующим образованием апостеры и происходит в дальнейшем дренирование ткани подвыхами предстательной железы. Это считается прямым показанием госпитализации. Но хронические формы воспаления предстательной железы лечатся в амбулаторных условиях без госпитализации. В чем заключается профилактика простатита? Профилактика простатита – это в первую очередь соблюдать режим здорового образа жизни. Не курить, не пить, быть всегда активным, больше двигаться, соблюдать режим половых контактов и основном избегать случайных половых контактов. Может ли курение приводить к простатиту? Сам по себе курение не приводит к простатиту. Какое влияние оказывает употребление алкоголя на простатит? Усугубляет течение воспалительного процесса предстательной железы. Простатит – это на всю жизнь? Если хронический простатит – это на всю жизнь.